Также, друзья, услуги резчика Андрюхи я оставлю под видео. Кому надо, под видео и в комментариях закреплю номер телефона Андрея. Кому нужна услуга Андрея, обращайтесь, звоните, кто с нашей области. Одну тушку Андрюха примерно разделает, ну, зарезает свинью и разделает где-то за 1,5 часа. Ну, а двух, не знаю. Часа, наверное, 3, да, Андрей? Также, Андрей, у тебя спрашивали, сколько ты уже штук всего за всю жизнь перерезал свиней? Ну, на это сложно ответить, не могу не считать. Ну, больше 1000 там. Больше. Больше 1000. Длина ножа 15 сантиметров, да, лезвие? Ну, где-то так, в пределах 15. 12 сантиметров длина лезвия. Ну и когда будет точить нож, там просили показать медленно, как он точит, покажем так. Там именно забой мы, ну, не показываем, потому что YouTube блокирует там, ну, получается, над животными типа издевательства, поэтому мы не снимаем и не выкидываем на YouTube видео. Но вообще выводим, за заднюю ногу он привязал по шее чергек и все. Боря, молодец, молодец. Хороший парень. Также вы спрашиваете, жадины, дайте собаке кусочек. Даем, он относит вот туда, он под забор и закапывается.